И все? Когда я там полосе, там за в Горловке бомбят. Так воюют. Только мой дядя воюет там, чтобы не было там никаких бандитов. А ви давно приїхали сюди на Волинь? Давно. Як тобі тут подобається? Так. Тільки знаєте, як мене звуть? Ваня. Ваня тебе звуть? Так. А то в тебе тут є друзі? Так. Як звуть твоїх друзів? Мою маму звуть мама Таня, Гонюта, Сема, Юдал. Ходить з нами на заняття. У мене є твій друг Віктор, якась дівчинка, і друга дівчинка, і четверта. А ти хочеш додому? Так. Тільки там бомблять. Я не можу туди поїхати. Живемо. Ремонт намагаємося зробити, це не є вимога господарки квартири, це є просто така необхідність, тому що нас господарку так швидко попросили. П'ять гусят не пускають ребят. Хозяйка говорит, я сама сделаю ремонт, типа подождите там несколько дней и заселяйтесь. А я говорю, ну нам бы уже, она говорит, ну я не успею сделать ремонт. И мы такие, да ладно, мы вещи уже не отдавали, все, надо было бегом забирать. Да, но это другая история. Стиральную машинку нам не хотели отдавать. Это, собственно, ну, нам подарено добрыми людьми, потому что, естественно, мы не волокли из Горловки стиральную машинку. Ну уже там ее, да, так придерживали. Комендант чудесная, поэтому мы уже так быстренько, ну типа, мы сами ремонт сделаем, только пустите. У нас была кошка в Горловке, ну не знаю, есть она в Горловке или нету, так она у гору, ты не знаешь. Он знает. Да, он знает, что знает. Так она ела любую кукурузу. Вареную, вот этот попкорн, сырую. Це вот такой хвостик. Вещи нам дарят люди, которые здесь живут. И одежда, и обувь, и техника. Люди делятся, фотографии там выставляют и вообще просто рассказывают, что у них есть вещи, которые они хотят кому-то подарить, кому они нужны. Вот. Еще бы так отрывало. Вентилятор, обувь, мальчикам обувь, куртки, вот, сапоги сестре, вот, сумочку тоже. Да, конечно. Нет, нельзя шоколадку, Вань, ты знаешь. Вот так вот мы живем, потому что все из Горловки не привезешь. Один пингвин все время грустил. А почему грустил пингвин? А потому что он один. Важко було знайти квартиру. Да. Чогось важко. І це, я вважаю, знову ж таки через нашу українську пропаганду. Там лється, я вибачаю слайно вуха людям, а тут інше, іншого сорту. Але ж, ну, те саме. Оце переселенці такі. Ну, блін, ну які? Ну, різні. Отут, типу, люди такі різні. А от ми приїжджаємо одного типу, бо ми переселенці. От сюди, не дай Боже, зараз щось, я не знаю, з боку Білорусії щось шарахне, бо як там війська збиралися. Пам'ятаєте, що в нас тут дівчата налякалися, ой, з Білорусі до нас там щось. От не дай Боже щось. І люди звідси кудись поїдуть. Вони, ну, різко однаковими стануть. Ну де? Ну всі різні. Знайти роботу не важко. Але тут такі зарплати. Я таких зарплат не видала. Ну как человек может на 1500 быть согласен и швец, и жнец, и на дуде, и грец? Взрослые мальчики наши, они страдают за друзьями очень. Особенно Серафим Компанейский, здесь он вообще на улицу не ходит гулять. Вот те друзья, которые в 5-й школе, одноклассники, недалеко отсюда, он не ходит гулять, мы, ну, как бы не запрещаем. Он очень скучает, там у них свой дом, там свои друзья, компания, все. Вот Иван, например, у меня как раз здесь повзрослел, он очень доволен. Он не страдает, ему очень нравится, общается он здесь легко, он украинский знает. Он пока перестроится, я его из садика забираю, он перестроился, все со мной по-русски говорит. Там по-украински аж бегом. И, ну, доволен, ему нравится. Ну, здесь и учить, он научился говорить практически. Мы же приехали, ему 3 года было. Он доволен. Я соду не добавила. Ах, ты ж, елки. Будут коржики. Ну, будут уже все. Тогда не...